Добрый день, дорогие друзья! Рад поприветствовать вас снова на канале Гороскоп. Прогноз на 21 декабря 2022 года. Мы, как всегда, начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Гороскоп призывает сегодня Овна отказаться от тактики поэтапного отрубания хвоста. Действуйте решительно, не откладывайте необдуманных шагов, даже если совершить их трудно или очень страшно. Не кормите себя иллюзиями, что мучающая вас проблема решится сама собой. Сегодня только от Овна зависит, сдвинется ли дело с мертвой точки. Звезда уверяет, вам не надо ждать ей-то помощи. У вас есть необходимый потенциал для решения всех текущих задач. Любовный гороскоп для Овна. Любовный гороскоп утверждает, сегодня Овна ждут потрясающие откровения в области отношений с противоположным полом. Возможно, он осознает какие-то ошибки в своей тактике или ему откроется глубина чувств партнера, которую он ранее просто не замечал. Каким бы ни было это маленькое открытие, для Овна это будет большой шаг вперед. Кроме того, Овны, которые еще не встретили свою вторую половинку, в этот день способны предпринять уверенные шаги по улучшению ситуации на личном фронте. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Овну в сегодняшний день звезды рекомендуют посвятить повседневным заботам, не планируя ничего нового и масштабного. В конце концов, давно было пора навести порядок в документах, оплатить просроченные счета и совершить еще кучу дел, до которых в последнее время у Овна просто не доходили ручки. Вполне возможно, что среди рутинного наведения порядка Овна сегодня вдруг осенит новая перспективная идея. Монотонная работа очень располагает к размышлениям, между прочим. Так что даже этот спокойный денек способен принести позитивные изменения в финансовых делах и вопросах. Телец. Сегодня Тельцу сам черт не указ. Его стремление к самостоятельности во мнениях очевидно всем окружающим. Он будет с пеной у рта доказывать свою правоту и откажется слушать любые указания и советы. Гороскоп предостерегает от излишней горячности каждый раз. Когда Тельцу сегодня захочется поспорить, ему следует спросить себя, а не напоминает ли его поведение ослиное упрямство? Впрочем, внеся в него долю осознанности, Телец даже упрямство сумеет пустить на пользу себе. Любовный гороскоп для Тельца. Сегодня для Тельца в любви настала пора решительных действий. Звезды полностью на его стороне, так что время дерзать. В этот день Телец может сделать то, что давно запланировал, но никак не решался. Найти в себе силы признаться в любви симпатичному человеку, рассказать избраннику о своем тайном желании или кардинально изменить свой имидж. Главное для Тельца сегодня, делая какой-либо шажочек, четко понимать, вызван ли он обстоятельствами или его личным желанием. Поступайте согласно велению сердца. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня Телец не склонен к взвешенным решениям и по любому вопросу готов схватиться с противником. Агрессивный настрой способен, если и не разрушить, то на долгое время отодвинуть реализацию многих планов, требующих аккуратного и деликатного подхода. Звезды советуют Тельцу не рубить с плеча и воздержаться от резких поворотов в делах. В противном случае ему сегодня придется пережить неприятное время проигрыша и крупных потерь. А чтобы сбросить напряжение, устройте себе внеплановую пробежку в парке, ну или сходите, качнитесь там в спортзале как следует. Близнецы. Сегодня близнецы рискуют наговорить много лишнего. Да, скорее всего, окружающие сами будут нарываться на грубость. Однако, прежде чем резать правду матку в лицо обидчику, близнецам стоит подумать, а не возникнут ли у них трудности из-за подобной откровенности. Гороскоп предлагает выбирать золотую середину. Хочется высказаться? Не сдерживайте себя. Однако правильно выбирайте слова. Да, сегодня близнецам сложно быть деликатными, но все же лучше сделать над собой усилия и хотя бы немножечко попытаться.
Любовный гороскоп для близнецов. Сегодня тот день, когда в общении с противоположным полом близнецам стоит действовать очень осторожно. Желание покритиковать партнера будет практически непреодолимым. Даже на первом свидании близнецы в этот день могут показать не самый мягкий характер. Что уж говорить о человеке, с которым они рядом не один год. Звезды наделяют желанием поспорить во что бы то ни стало, доказывать свою правоту или даже разобраться со всеми накопившимися проблемами одним махом. И все. Чтобы сегодня не наломать дров, близнецам стоит воздержаться от словесных дуэлей. Молчание в этот день даже не золото, а настоящий бесценный граненый бриллиант. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня близнецам придется тщательно фильтровать слова, чтобы не поставить под удар свой бизнес или деловой имидж. Это значит, что они должны говорить не то, что думают, а то, что надо сказать в данный момент. При общении с клиентами близнецам сегодня стоит помнить, что на работе они говорят не от своего имени, а от лица компании. Гороскоп советует близнецам воздержаться от комментариев и личной оценки ситуации, а в отдельных моментах дипломатично промолчать. Это будет их прямой дорогой к успеху. Рак. Если рак долгое время не мог принять какое-то важное решение, выбрать машину или квартиру, определиться с профессией или местом проведения свадьбы, ну и так далее, сегодня для этого будет самое-самое время. Гороскоп уверяет, в этот день рак независим во мнении, он способен отключиться от давления извне и выбрать то, что надо именно ему. Решительности раку сегодня не занимать, так что он не только сможет обозначить свою точку зрения, но и отстоять ее перед любым человеком, что пытается ее крупно оспорить. Любовный гороскоп для рака. Сегодня звезды гороскопа предостерегают рака от выяснения отношений с любимым человеком, а также от необдуманных поступков. Даже если сейчас вас горит желание выяснить все одним махом, избавившись таким образом от всех проблем, сдержите его или перенесите на следующий день. Поверьте, торопливость и желание сжечь мосты сегодня пойдут только во вред, поэтому девиз сегодняшнего дня – дипломатия, дорогие мои, и терпение. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня раку можно не искать окольных путей, чтобы достичь успеха. В этом таится простота и сложность этого дня одновременно. С одной стороны, раку можно не разводить политессы, а искренне выражать свои мысли и желания и добиться тем самым отличных результатов коротким путем. А вот с другой стороны, сегодня есть опасность наломать дровишек, будучи чересчур открытым и правдивым. Гороскоп напоминает, правда и откровенная беспардонность – это разные вещи. Критики обязательно добавляйте признание достоинств собеседника. Подслащивайте горькую пилюльку, и тогда все будет хорошо. Лев. Сегодня лев настроен воинственно. Представителю этого знака зодиака очень уж хочется продемонстрировать удаль молодецкую, так что становиться у него на пути не стоит. Гороскоп указывает на то, что сегодня лев излишне принципиален и неприятно резок, так что вряд ли сможет стать приятной компанией. Льву стоит пустить запал на правое дело. Если есть желание проявить характер, так не тратьте его на нелепости вроде спора за первенство в очереди на кассе. Спорьте там, где это действительно надо и важно. Любовный гороскоп для льва. Сегодня в личной жизни льва могут поджидать неожиданные проблемы или препятствия. Звезды гороскопа советуют. В такой ситуации льву стоит поддерживать в себе боевой дух, тем более, что день будет его всеми силами к этому склонять. Представьте, что все препятствия на вашем пути сделаны из бумаги и... порвите их на мелкие кусманчики. Это день, когда перед решительностью льва готовы пасть любые преграды. Главное найти в себе силы на то, чтобы эту решительность проявить в полной мере. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня на работе лев захочет выступить в роли истины в последней инстанции, высказав без обидников всю правду матку. Хорошо, если он огласит свой вердикт коллегам, хотя они тоже не обрадуются подобной искренности. Хуже, если руководству или клиентам. Скорее всего, лев-правдоруб с удивлением обнаружит, что его стремление к истине привело лишь к обострению отношений. Вот почему гороскоп рекомендует льву воздержаться от резких высказываний. Сегодня самой верной тактикой будет промолчать и оставить мысли при себе.
Дева. Не исключено, что сегодня кто-то попросит Деву о заступничестве. Представитель этого знака зодиака с готовностью примет на себя эту роль и с огромным рвением бросится на защиту. Стремление к восстановлению справедливости – это, конечно, прекрасно. Тем не менее, гороскоп советует сначала разобраться в подробностях ситуации, а уж потом творить добро. Сегодня Деве стоит вспомнить, что жизнь – штука, конечно, сложная. И однозначно разделить все черное и белое просто невозможно. Любовный гороскоп для Девы. Сегодня Дева с легкостью сможет внести позитивные перемены в свою личную жизнь. Да, так уж сложились звезды, что для этого ей не придется ничего особенно делать. Достаточно быть естественной, демонстрируя окружающим свои истинные чувства. Такая тактика сегодня способна принести успех в общении Девы с противоположным полом, позволяя ей ощутить уверенность в себе. Так что сегодня как никогда для Девы в любви актуальна простая истина. Всегда лучше быть собой, ведь все остальные роли уже заняты. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня у Девы обострено чувство справедливости, а потому она может незаметно превратиться в борца за права всего человечества или конкретного человека, ну, например, себя саму. Ощущая себя жертвой, Дева может начать скандалить даже в ситуации, когда не было и намека на нарушение прав. Просто в ее душе кипит гнев и возмущение, которые должны найти выход, пусть даже и ценой конфликта. При возникновении желания превратиться в ноль на Манделлу, гороскоп советует сегодня не лезть сразу на баррикады, а проанализировать свое чувство дискомфорта, выявить его источники и предложить коллегам или руководителю просто их устранить. Весы. Сегодня весы — да просто танк. Медленно и верно они будут двигаться к своим целям, не обращая внимания на препятствия. Гороскоп советует посвятить этот денек делам, на которые прежде не хватало решимости и каких-то там сил. Впрочем, сегодняшняя непрошибаемость весов имеет и оборотную сторону. С деликатностью у них явно проблемы. Наступив кому-то на больную мозольку в прямом или переносном смысле, весы это попросту не заметят. Любовный гороскоп для весов. Сегодня весы могут прояснить ситуацию на любовном фронте. Звезды придумают и придумают. Ну как тут можно придумать? Придадут им сил, чтобы решиться на непростой разговор со своим избранником. Если, конечно, такой разговор уже назрел. Главное не забывать о том, что обидеть человека неосторожными словами легко, а вернуть отношения гораздо сложнее. День же, увы, совсем не склоняет к дипломатичности. Весы могут быть резкими и безапелляционными. Чтобы сегодня избежать ссоры, добиться намеченных целей, совет один. Если вы чувствуете, что погорячились, сразу же постарайтесь это загладить. В конце концов, отношения дороже ложной гордости. Согласитесь. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодняшний день весы могут использовать для прорыва в бизнесе и карьере, внимательно следя за развитием обстоятельств. Расположение звезд создаст для весов благоприятную ситуацию, в которой им легко будет продвинуться к своим целям, причем без значительного вливания финансовых ресурсов. Благодаря креативу и напору, весам следует проявить решительность, смелость и даже дерзость, чтобы на шаг опередить конкурентов. Времени на раскачку не осталось, пришел черед для атаки. Скорпион. Сегодня Скорпион напоминает Д'Артаньяна, только что прибывшего в Париж. Он готов хвататься за шпагу и вызывать на дуэль каждого, кто косо на него посмотрит. Гороскоп предлагает не горячиться и сдерживать свои порывы. Многие обиды, которые почувствуют сегодня Скорпиона, при ближайшем рассмотрении окажутся плодом его воображения. Чтобы потом не было стыдно за свое поведение, не кидайтесь на людей с кулачищами. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодня Скорпион сможет понять истинные желания интересующего его человека. Достаточно держать уши открытыми и читать язык его тела, если даже не прямыми словами, то реакция и жестами избранника обязательно даст понять, на какие отношения он настроен, привлекает ли его легкий флирт, романтические прогулки или более глубокая связь. А вот напрямую в этот день задать такие вопросы не надо. Скорпион рискует получить уклончивый ответ, поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону в этот день наблюдать и включить интуицию. Это позволит сделать правильные выводы о человеке, который ему нравится, и предпринять верные шаги.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня Скорпиону буквально все вокруг будет навязывать свои правила, обстоятельства, коллеги, руководство и даже сроки. День может пройти в жестком цейтноте, при этом каждое действие Скорпиона будет контролироваться. Тут главное не вспылить и не особенно смотреть по сторонам. Работа не ждет, и ситуация требует от Скорпиона не рефлексии, а активных действий. Сегодня на работе Скорпиона ждут своеобразные показатели выступления. От их результатов может зависеть развитие его карьеры. Стрелец. Стрелец сегодня с легкостью расправился бы с любой сложной задачей, да вот беда. Мелкие обстоятельства цепляются за него как репей, не давая свободно двигаться вперед. Как итог, весь день может уйти на решение несущественных вопросов, а самое главное, будет недоделано. Из-за этого сегодня стрелец может почувствовать упадок сил и даже опустить руки. Гороскоп предлагает не поддаваться негативным настроениям. Если нет возможности заняться тем, что занимает все ваши мысли и чувства, решайте текучку, а параллельно составляйте большие планы. Уж потом порешайте точно их. Любовный гороскоп для Стрельца. Даже самым крепким отношениям время от времени нужна передышка. Об этом сегодня Стрельцу недвусмысленно могут напомнить звезды гороскопа, причем потребность провести время вдали друг от друга может одновременно возникнуть у обоих партнеров. Да и вообще, сегодня как раз тот день, когда Стрельцу стоит пустить дела на самотек. Сама судьба позаботится о том, чтобы внести в его жизнь необходимые коррективы. А ему останется только наблюдать со стороны за удивленными и непредсказуемыми событиями, положительный смысл которых проявится в личных отношениях уже очень скоро. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня звезды предостерегают Стрельца от участия в чужих препирательствах и спорах. Поверьте, есть шанс, что им будут манипулировать, пытаясь заставить встать на чью-либо сторону. Гороскоп советует сделать над собой усилие и пресечь такое поведение. В противном случае весь сегодняшний день Стрельцу придется провести в выяснениях отношений. Кроме того, коллеги могут попытаться навесить на Стрельца свои задачи. Если он хочет вовремя уйти домой, следует интенсивно отбрыкиваться от дел, не входящих в круг его обязанностей. Козерог. Правда, это хорошо. Но сказать ее можно по-разному. Да, и всегда ли стоит ее говорить? Козерог сегодня склонен выкладывать все на чистоту, не задумываясь о чувствах окружающих. Это может привести к ссорам и скандалам в быту и на работе. Гороскоп советует, будучи честными, не будьте жестокими. Подруга располнела? Факт. Но ведь она и без Козерога об этом знает. Коллега допустил ошибку? Да все мы несовершенны и нуждаемся время от времени в помощи. Сегодня Козерогу надо быть терпимее и корректнее в высказываниях. Следите за собой, смотрите. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня Козерогу придется быть начеку, чтобы успеть за быстрым развитием ситуации в сфере любви, иначе все самое интересное может произойти без вас. Еще одна особенность сегодняшнего дня. Напористость, способность преодолевать любые преграды. Используйте этот денек для того, чтобы совершить в личной жизни настоящий рывок вперед. Касается ли он нового знакомства, нового шага в отношениях или работы над ошибками. В тех случаях, если в отношениях давно пора что-либо изменить. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня единственным человеком, который может помешать Козерогу достичь успеха в делах, может оказаться, не поверите, он сам. Неуемное желание покритиковать окружающих и указать им на ошибки может настроить против Козерога коллектив, превратив бывших друзей во врагов. В такой обстановке все дела застопорятся так, что Козерогу останется лишь бухтеть себе под нос и пытаться сделать всю работу самостоятельно. Гороскоп советует сегодня спокойнее отнестись к ошибкам коллег. Не ошибается лишь тот, кто да нифига не делает, правильно же? Водолей. Трудности? Сегодня Водолей их не замечает. Какую бы цель он ни поставил себе на этот день, Водолей ее достигнет, даже если останется со своей проблемой один на один, лишенный помощи и совета. Гороскоп уверяет, сегодня Водолею покорятся любые вершины, его энергичность и уверенность в себе помогут преодолеть трудности. Единственное, с чем Водолей может не справиться, это личные отношения. Тут возможны ссоры из-за излишней резкости представителей этого знака зодиака. Любовный гороскоп для Водолея. Сегодня самой правильной тактикой для Водолея в личной жизни будет искренность и желание действовать, преодолевая сомнения.
Звезды гороскопа советуют ему положиться на судьбу и идти вперед к намеченной цели. Найдите в себе силы приступить через внутреннюю неуверенность и страх неудачи. Да, в любом вопросе есть многочисленные «а если», «а вдруг», но если ориентироваться только на них, можно так навсегда и остаться на одном и том же месте. Так что хорошенечко подумайте. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня у Водолея решительное настроение. С одной стороны, это позволит ему радикально преобразовать рабочий процесс или сделать важные шаги в финансовых вопросах, что само по себе и неплохо. А с другой стороны, может сослужить ему плохую службу, приведя к необдуманным тратам и рискованным действиям. Гороскоп советует Водолею сегодня советоваться с коллегами или партнерами перед тем, как применять свой боевой задор на практике. Они не дадут совершить непоправимую ошибку. Рыбы. Этот день вовсе не обещает быть простым. Радует то, что проблемы сегодня только подзадоривают рыб. Они будут готовы разделаться со своими, а затем приняться за чужие. Что ж, гороскоп советует использовать сегодняшний драйв себе на пользу и посвятить время делам. Не исключено, что кто-то попытается задеть рыб за живое. Не стоит жалеть обидчика и проявлять излишнюю деликатность. Заслужил? Воздайте по заслугам. Любовный гороскоп для рыб. Сегодня рыб ожидает максимально приятный и насыщенный день в любви. Их сердце либо переполнено чувствами к партнеру, либо же страстно желает таких чувств, что может стать замечательной предпосылкой для новых отношений. Звезды гороскопа советуют рыбам: не бойтесь сегодня немного сойти с наезженной тропы и чуток поэкспериментировать. Нотки оригинальности и маленькие эксперименты заставят по-новому зазвучать прекрасную симфонию любви. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня коллеги имеют полное право быть недовольными рыбками. Им сложно сосредоточиться на делах, а по лицу постоянно блуждает мечтательная улыбка. Хотя, как известно, самые глупые вещи на свете совершаются самым умным лицом. Гороскоп все же советует рыбам время от времени возвращаться к реальности и хотя бы изредка выглядеть. Зачем гладить? Да гладить ничего не надо. Серьезными. Иначе окружающим сегодня будет казаться, что они недостаточно вовлечены в процесс и не переживают за общее дело. Вот такой у нас и получился прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за ваши лайки и комментарии. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения, успехов вам во всех ваших начинаниях. Да, мы скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.